Прожиточный минимум в Башкортостане предложили увеличить на 7,5%. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики. Прожиточный минимум для трудоспособного населения детей вырастет практически на 1000 рублей до 14 800. Для пенсионеров на 500 рублей составит 12 500. Новые величины будут действовать в течение всего 2024 года. Напомню, что в этом году прожиточный минимум увеличился на 4,5% или 540 рублей. По законодательству каждый регион до 15 сентября должен внести изменения в размер прожиточного минимума. Вот одним из нововведений индексации является его привязка к медианной заработной плате по стране. Это соотношение должно быть не менее 4%. Минимум, как правило, используется для дальнейшего базы для начисления социальных пособий, штрафов и других подобных выплат. Так вот, учитывая те инфляционные процессы, с которыми мы столкнулись в 2022 году, в 2023 году, безусловно, индексация там чуть более чем на 7%, она явно недостаточна. Однако надо иметь в виду, что инфляция у каждого своя, у каждой категории граждан. Поэтому закон таков, и сегодняшнее решение по индексации, проект решения по индексации прожиточного минимума отражает тот закон, который требует этого повышения. Экономисты также отмечают, что прожиточный минимум сейчас считается как 44,2% от медианной зарплаты по стране. За последний год она выросла. По большей части роль сыграли выплаты участникам специальной военной операции и их родственникам. С 1 января 2025 года предлагают соотносить с медианной зарплатой не только прожиточный минимум, но и минимальный размер оплаты труда. С этой инициативой выступил федеральный Минтруд.